Сергей Михайлов. Я в настоящее время автоматизирую методику Алексея Косенко. Он преподает доорфографическую... Как правильно сформулировать, Алексей? Помогите мне. Ну, доорфографическая грамотность. То есть я задаю алгоритмы правильного обучения грамоте, грамотному чтению, письму и счету. Ну, в данном случае счет не будем брать. Письмо, чтение и говорение. Так вот, в методике я заметил, что слова нужно разбивать на слоги. И что слоги обязательно должны быть разбиты не на пробелы, не на тире, а на слеши. Скажите, и мало того, что слешами они должны заканчиваться, эти слова. Это хитрый какой-то алгоритм или просто так выбраны эти знаки? Я понял вопрос. Вопрос очень хороший, очень хороший. Почему? Потому что в школе учителя дают задания детям, а даже иногда не понимают, зачем мы это делаем. Но смотрите, я сразу скажу, что слеша или слеш – это черточка. Вот, чем она отличается от тире? Тире горизонтальная, а черточка вертикальная. И сразу отвечаю, почему не черточки, не какие-то другие, а именно вертикальные черточки или слеши. Потому что ребенок, работая с текстом в тетради, может или в своей тетради, или в учебнике, или в каком-то пособии, может сверху вниз провести черту и отделить один слог от другого. Дефис он ставить просто туда не может. Хотя иногда, когда печатают для лучшего восприятия, то вставляют дефисы. Второе. Почему именно вертикальная черточка, а не дефис? Потому что за дефисом уже стоит строго определенное назначение. Допустим, кое, дефис кто, кто, дефис то, где, дефис то и так далее. Кое, как и так далее. То есть дефис мы не берем, а именно берем эту вертикальную черточку. Во-вторых, почему эта слеж должна закрывать и обязательно последний слог? Очень просто. Наше восприятие устроено так, что работает при письме, должно, по крайней мере, работать зрение, речь и слух. Но при письме работает еще рука. Рука связана с речью, и они находятся рядом в лобно-височных долях нашего мозга. И когда мы разбиваем слог и включаем руку и зрение, отделяя их друг на друга, мы подаем сигнал. И у нас в нашем мозгу запечатлевается в трех отделах головного мозга. Допустим, велосипед. Это на звук идет, это идет на слух и это идет на глаз. И глаз отделяет каждый слог вертикальной черточкой. Почему последний слог нужно отделять? Потому что если его не отделять, глаз его воспринимать не будет. Потому что рука не работает. Рука связана с речью, зрением. И раз рука не проводит, то восприятие не срабатывает. Вот вам очень хороший наглядный пример, когда в обычной школе был класс коррекционно-развивающего обучения, где были самые сложные, трудные дети, первый набран. Вот, и класс обычный, где учительница 5 лет учила детей, очень опытная. И вот она по своей практике делила слоги вертикальными черточками, никогда не отделяла последний слог. А мы по нашей методике коррекционно-развивающей отделяли обязательно последний слог чертой. То есть обозначали его, что слово закончено, последний слог произнесен. Вот. И что вы думаете, к концу третьего класса, вот у опытной учительницы, где-то около 25-30% детей продолжали делать ошибки в окончании. Прилагательных, существительных, глаголов и так далее. То есть они не слышали, им не важно было и, ая, яя. То есть они это все путали. А вот в классе молодой учительницы, которая первый раз работала с детьми, но работала по нашей методике, ее дети таких ошибок не делали. То есть это вот очень короткий ответ. Вертикальная черточка дает сигнал нашему мозгу, что слово закончено. И еще один момент. Часто дети в начальной школе слово одно слово наползает на другое. Когда он провел последнюю черту, он как бы закончил слово. Это законченное действие. Это сигнал восприятию остановиться, сделать паузу и идти к следующему.
Вот так вот. Да, я помню, были такие вопросы. Скажем, у моего сына был вопрос, а почему слова делятся вот так вот, а не по-другому? Действительно, такой вопрос был, я не помню, что я объяснял по этому поводу. Почему именно так? В каком смысле? Почему слоги... Ну, вот он спрашивал, ну, допустим, он идет, а почему тут пробел ставится, почему не по-другому? Ну, ладно, этот, видимо, вопрос нет. Ну, да, это вот вопрос разделения слог, да. Для детей он идет как общая фраза. Поэтому вообще нужно по-хорошему, как мы практиковали, разбивать вот в начальной школе слово от слова. Он идет, вертикальная черточка, пауза, вертикальная черточка. То есть вот после «он» идет две вертикальных черточки, что это обозначает пауза. «Он» – пауза, «и» – черточка, «дет» – черточка. То есть вертикальные черточки, они помогают нашему восприятию лучше справляться с слоговой структурой. Потому что если восприятие у нас не знаково-логическое, а целостно-образное, то мы этого не чувствуем, мы не чувствуем слова. Для нас это как китайская грамота. А когда же мы разбиваем на отдельные порции слова, на отдельные части, нашему мозгу его легче воспринять и запомнить. Вот такой ответ.